Андрей, вот Да. если бы ты сегодня встретился с Богом, что бы ты ему сказал? Что бы я сказал сегодня Богу? Ну, я бы сказал ему спасибо, наверное, за то, что он избрал меня, и за то, что он вытащил меня из того рабства, в котором я был, за свободу и за жизнь новую, подаренную им мне. Спасибо. София, вот если бы ты сейчас встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Наверное, спасибо. Верина, вот если бы ты сейчас встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Николь, вот если бы ты сегодня встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? נראה לי הייתי אומרת ישר תודה על זה שהוא דואג לנו ותמיד לצידנו לא יודעת, תודה, פשוט תודה. Йонатан, вот если бы ты сегодня встретился с Богом, что бы ты ему сказал? Я думаю, я бы сначала испугался, то, что его вообще встретил. И потом я бы ему сказал, что чтоб простил вообще как-то, если бы лично его встретил, я бы, может быть, спросил, что что-то хорошее с моей жизни сделал. Да. Лера, вот если бы ты сегодня встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Спасибо, что ты создал этот мир. Даник, вот если бы ты сегодня встретился с Богом, что бы ты ему сказал? Ну, я не знаю, я бы... Я пока еще не знаю. Рита, вот если бы ты сегодня встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Я думаю, что у меня был бы шок в хорошем плане от того, что я его встретила. Я бы такая, вау, какой ты классный, так хочется быть с тобой рядом всегда, вот так вот, за ручку и никуда не отходить. Юху! Вот, все, наверное, так бы. Бова, если бы ты встретился сегодня с Богом, что бы ты ему сказал? Я бы ему сказал спасибо за каждый день и за то, что он меня спас. Вика, если бы ты сегодня встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Спасибо за то, что он все, что сделал в моей жизни. Лера, если ты бы сегодня встретилась с Богом, что бы ты ему сказала? Я бы благодарила за то, что он мне подарил жизнь и за то, что, несмотря ни на что, он всегда рядом и он любит. Кристин, что бы ты сказала, если сейчас бы перед тобой оказался Иисус? Я бы попросила простить за все мои грехи, чтобы он забрал меня с собой. Если бы перед тобой сейчас стоял Иисус, что бы ты ему сказал? Так как мы более уже взрослые, и, наверное, я бы обнял его, поблагодарил за то, что он меня спас, и, наверное, бы попросил его простить меня и мои грехи. Привет. Скажи мне, пожалуйста, что бы ты сделал, если бы сейчас перед тобой оказался сам Иисус? Я бы его спросил, когда закончится зло на земле и когда не будет страданий и смерти, а будет только веселье на земле. Все? Что бы я сделала, если бы Бог сейчас стоял передо мной? Я думаю, что я, во-первых, бы упала к его ногам. А потом бы его очень-очень крепко обняла. Я думаю, что первое дело, которое я сделала бы, если я его увидела, это просто побежала, обняла и сказала ему за все спасибо. Я бы сказал Богу огромное спасибо за то, что Он меня нашел. Я был потерян в этой жизни, и Бог увидел меня и нашел меня. Огромное ему за это спасибо. Всем шалом! Если бы я встретил Иисуса, я бы в первую очередь поблагодарил бы его за то, что он сделал для меня и для моей семьи. И второе, я бы попросил бы у него бы искреннее прощение. Всех с праздником Песах! Если я бы встретилась с Иисусом, я бы его сильно-сильно обняла и сказала бы ему спасибо.
Если бы ты встретила Иисуса, что бы ты ему сказала? Да я бы не могла ничего бы сказать. Я просто бы упала на колени и рыдала. Я думаю, так оно и будет.